«Крепкая семья. Снова здорового общества». Под таким названием сегодня в Черкесске состоялся круглый стол, организованный Духовным управлением мусульман Карачаево-Черкесии. О важности сохранения духовно-нравственных ценностей высказались представители власти, мусульманского и православного духовенства. Председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев принимал поздравления и заслуженные награды. Подробности у Али Баташева. Более 20 лет вы возглавляете одну из крупнейших религиозных организаций мусульман России, искренне заботитесь о воспитании подрастающего поколения, приобщении молодежи к истинным ценностям и традициям ислама. Личное поздравление президента Владимира Путина огласил начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента Российской Федерации Евгений Еремин. Умело выстраивая созидательный диалог между народами и религиями, Исмаил Хаджи своей деятельностью укрепляет традиционные ценности ислама, которые несут в себе милосердие, сострадание, уважение к ближнему. Исмаил Хаджи, как истый кавказец, очень ценит свое слово. Но его слово на президентском совете всегда самое точное, самое верное, и он очень хорошо подводит итог нашим дискуссиям. И, конечно, Исмаила Хаджи за его личные качества, за его верное служение российскому народу, за служение Кавказу очень ценит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Невозможно переоценить его вклад в сохранение межнационального и межконфессионального согласия. Не только на Северном Кавказе, но и по всей России, говорится в поздравлении главы республики Рашида Тимрезова, который зачитал первый заместитель председателя правительства Хызыр Чекуев. Орден славы и чести Русской Православной Церкви Третьей степени юбиляру вручил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Святейший Патриарх не просто ценит ваш вклад, который невозможно ничем взвесить в мир и межрелигиозное согласие у нас, в нашем Кавказе, но еще и ценит вашу глубокую порядочность, настоящую искреннюю кавказскую дружбу. Глубоко в вас ценит ваше твердое слово, которому вы никогда не изменяете. Лидеры духовенства регионов, гости из Москвы, поздравили Исмаила Хаджибердиева с юбилеем и дали высокую оценку его деятельности. С 1991 года Исмаил Хаджи является председателем Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. С 2003 года возглавляет Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Эта хвала вся принадлежит всем нашим ребятам, имамам. То, что в координационном центре у нас есть единство и согласие, поэтому и дела наши идут вперед. Дай Аллах, чтобы в дальнейшем было так, чтобы никто не смог разделить вот это вот наше единство. О том, что семейные ценности, то, что рушатся в Европе, это действительно так. Участники выступили с докладами «Крепкая семья как ценностный ориентир», «Семейные ценности в исламе, в православии», а также обсудили значение и роль традиционных духовно-нравственных ценностей для сохранения и развития народов России. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.